Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки, и мы сегодня снова из серии на проекте Родина РП, первый сервачок. Итак, пацаны, это предпоследняя серия рубрики «Жизнь с нуля». В этой серии я куплю себе машину и квартиру. Но это не точно. Но я не буду работать там где-то, я просто иду промокод, и мне дадут за это деньги. Кто не смотрел эту рубрику, можете зайти на канал и посмотреть серии. Всего их там примерно вышло штук 5, наверное. Конечно, я не справился с заданием медведей. Как бы, пацаны, я думаю, лучше будет уже купить квартиру, машину, и в следующей серии уже будет последняя часть, получается, жизни с нуля. Итак, давайте идем промокод, получается, пишем MM, потом вводим промокод и попробуем ввести промокод Ричи. И я получил 200 тысяч, пацаны. Это довольно-таки неплохо. Блин, я думал, мы получим 1400 на самом деле, потому что я думал, за этот промокод дают, получается, не 200 тысяч, а 400 тысяч. Но почему-то нам всего лишь дало, получается, 200 тысяч. Но ничего, пацаны, давайте я чуть-чуть задоначу, и мы уже купим себе там машину, квартиру и так далее. Для чего я хочу это сделать, пацаны, вы узнаете чуть позже. Итак, господа, короче, такая тема, что сайт почему-то Родины вообще не работает. Я пробовал заходить с разных браузеров, пробовал заходить с телефона, не знаю, видно вам или нет, в принципе. Я пробую заходить из телефона, из браузера там, но почему-то не получается. Сайт пока что не работает, поэтому я подумал, ладно, я не буду донатить, пацаны, чтобы все было честно, потому что это такой эксперимент. Я на личном примере просто показываю, как можно развиться на данном проекте. Так, давайте у него скутер спиздим, вот так делаем, хоп, и у нас его спиздили, блядь. Скутер, ты где? А вот он, пацаны. Сейчас заберем скутер, короче, поедем, купим себе какую-то машину. Покрасим ее там, сделаем красивой. И в следующей серии, пацаны, будет уже последняя часть. Я просто возьму, подарю какому-то рыжику эту машину. Потому что мне она как бы не нужна будет, потому что я показывал для вас, как развиться с нуля. У меня как бы есть другой аккаунт, где у меня есть Маврик, там дом и так далее. А этот аккаунт, это просто, ну, как бы обычный аккаунт, на котором я начал жить с нуля. И на личном примере вам показал, как можно подняться. Реально, можно взять либо москвич, либо еще что-то другое взять. Я, честно говоря, не знаю. Давайте, наверное, купим москвич, пацаны, и затюним его нормально. Сейчас десули поставим, покрасим хотя бы, и будет нормально. Потому что Волга была у меня, АКУ я брать не хочу. АК стоит 150 тысяч, ну блин, мне кажется, она очень медленная, поэтому лучше москвича взять и все. Тем более москвич красится, пацаны, 2 цвета, поэтому я думаю, это будет прикольно. Ну, пусть забирают на скутер, все равно мы сейчас на машине поедем. Так, берем, покупаем 82 тысячи, пацаны. Так, вставляем ключ, заводим машину, закрываем ее, чтобы нас ее не украли, как скутер. И едем, пацаны, в тюнинг. Сейчас ее сделаем просто конфеткой. Бля, сейчас обидно было, пацаны. Че по номерам, а? Че по номерам, бля, че у нас такие номера? Ну, такое себе, пацаны. Номера лох. Реально, вы покупаете тачку за 80 тысяч, у вас номера лох просто. Я реально не знаю, какие диски сюда поставить, но сейчас что-то выберем, пацаны. Сейчас что-то выберем, это стандартные диски. Ну, блин, 280 тысяч за эти диски, ну такое. Так, мне там понравились, знаете, какие диски? Вот эти сюда вроде бы неплохо вписываются, и можно их купить. Теперь поедем за баллончиком, купим баллончик сейчас и покрасим машину. Просто, пацаны, обычно летят такие дисочки, неприметные такие, вроде бы и не колхозные, и не бросаются в глаза, поэтому сейчас еще покрасим ее в хороший цвет такой. Короче, пацаны, я закончил, я подобрал 3 цвета, но мне больше всего понравился этот цвет. Вы меня рассмешили. Такая серая крыша будет у нас, капот, багажник и низ будет белый. Смотрится реально неплохо. Ну, реально такая ретро-машина, мне он очень нравится, это москвич, я бы себе в жизни такой бы реально хотел. 124, короче, едет. Ну, блин, для новичка, мне кажется, это будет идеальная машина. Как бы недорогая, четырехдверная, пацаны, это реально круто. Мне кажется, для новичка прям реально подойдет. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не знаю, в следующей, либо не в следующей серии я уже подарю эту машину рыжику. Я на личном примере, пацаны, показал, что можно реально просто пройти квесты, прокачаться до 4 уровня, ввести промокод и купить себе просто машину, пацаны. Это реально очень круто. Да, я не выполнил все квесты, но я думаю, это не важно, пацаны. Потому что квесты реально с лесником очень сложные. Я не вижу смысла их дальше выполнять, потому что это будет очень, пацаны, долго. И растягивать это на несколько серий я не хочу. Поэтому, пацаны, в этой серии мы купили машину, ее немножко затюнили. И в следующей серии мы уже поедем и подарим ее какому-то рыжику. Возможно, позовем ее в Дискорд и посмотрим на его реакцию. Акцию, на его мнение там и так далее. Все, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.